Доброго времени суток всем. Извиняюсь за ветреную погоду. Возможно, будут какие-то проблемы со звуком. Но, мужики, это не моя вина. Такая ветреная сейчас погода стоит вообще. 10 градусов тепла 10 июля. Это что-то интересное. Итак, этот ролик посвящен резине Viati Strada Asymmetrica в размере 205-55-16. Видео для конкурса. Компания Viati проводит конкурс, набирает народных экспертов, так сказать. Но уже, по-моему, набор закончен, я вам об этом говорил. Так что, кто меня смотрит, те в курсе, что это такое. Сейчас покажу себя собственной персоной. Вот, пожалуйста, это я. Обязательное условие показать в начале видео собственно себя, собственной персоны. Так что извиняюсь для тех, кто не хотел видеть меня в кадре. Итак, вот он, мой автомобиль. Это Kia Ceed SV 2009 года выпуска. Вот, собственно, Viati Strada Asymmetrica в размере 205-55-16. Итак, на данный момент эта резина прошла на этом автомобиле 5000 километров. Поставил я ее в апреле. Сейчас у нас 10 июля, как я уже сказал. Ну, вот такое состояние у нас протектора после 5000 километров. Давайте замерим штангенциркулем, какой у нас остаток. Когда резину ставил, я мерил, там было ровно 8 миллиметров. Так, сейчас смотрим. Ну, можно сказать, 6,5 миллиметров остаток протектора. Но это на передней оси. На передней оси, скорее всего, стирается он быстрее, чем на задней, потому что колеса, тут передний привод, передние они гребут. Ну и давайте еще замерим, кстати, до индикатора износа. До индикатора износа ровно 5 миллиметров осталось протектора. Итак, что можно сказать по шине? Шины поставил в апреле, до сих пор вот ездил на них, все, в принципе, устраивает. Как я говорил в прошлых роликах, я качаю 2,05 атмосферы, потому что 2,2 для меня показались слишком жесткие из-за того, что сама по себе резина жесткая и боковина у нас плотная, достаточно жесткая. Но это, естественно, плюсы для управляемости и меньше шанса заработать грыжи, попадая в такие серьезные ямы по нашим дорогам. Ну, естественно, минус для подвески, что достаточно все жестко, и подвеска от этого будет страдать. Но на 2,05 атмосферы, в принципе, все нормально. Стыки проходят нормально, меня все устраивает. Резина по трассе, по асфальту прекрасно себя показала. Хорошая управляемость при рулежке, это чувствуется. Были уже дожди такие серьезные, ездил я и в дождь, и аквапланирование я не заметил никакого. То есть вода отводится достаточно хорошо. Тут 4 водоотводные канавки, одна вот из них большая, одна маленькая, две вот эти одинаковые. Плюс практически сквозной вывод воды, что дает нам хорошее, собственно, противостояние аквапланированию. Так, по сухой дороге рулежка, по мокрой все нормально. По трассе шума я достаточно, ну, сильного такого не заметил. Ездил я, ну, 120-130 ехал, в принципе, особо шума нету. По первости, когда ставил первые там 1000, какой-то был посторонний шум, сейчас его уже нет. Сейчас, вот когда, если окна открыты, на нейтралке едешь, спускаешься куда-нибудь с горки, там, километров 40-50-60, есть какой-то шум от колес, но это больше зависит от покрытия. Если асфальт такой крупной фракции, то есть какой-то шум, а если асфальт гладкий или мелкой фракции, шума никакого, собственно, нет. По сухой дороге, в принципе, все отлично, торможение нормальное. То, что пишут, что она пластиковая, особо не тормозит, там на светофоре перед какой-то машиной сложно затормозить, ничего такого я не заметил, оттормаживается нормально, в принципе. Ну, мягкая резина, естественно, возможно, получше оттормаживается, но для меня дискомфорт и проблем никакого не составляет, потому что она как-то плохо тормозит. Нормально тормозит, как любая, собственно, резина. Ездил уже несколько раз на рыбалку, по гравийке, грунтовке ведет себя тоже достаточно неплохо.
по ямам таких особых пробоев я не чувствовал. И что можно сказать по тому, как она ведет себя в грязи? Ведет себя как обычная летняя резина. Ничего выдающегося в ней нет такого, что у нее есть какие-то грязевые возможности. Нет, ничего такого не заметил, как обычная летняя резина, в принципе, себя ведет. Пока протектор более-менее бодрый, соответственно, она более-менее выезжает по мокрой росе, по утрянке там на рыбалке. А, естественно, протектор, если замылится или сотрется, она уже будет хуже себя чувствовать. В принципе, такой ознакомительный ролик. Как я сказал уже, для конкурса Виати, народный эксперт, будем стараться выиграть этот конкурс. Так, всем спасибо, пишите в комментарии, если кто-то тоже участвует в этом конкурсе, будет интересно, если какой-то из моих подписчиков решит тоже поучаствовать в данном конкурсе. А так все, как обычно, соцсети в описании. У нас, кстати, в магазине в Автопорте также продаются эти шины. Кому интересно, пишите. Отвечу вам по цене, по доставке и что вам будет интересно. А так все. Всем спасибо, всем удачи, не гвоздя, не жезла. Всем пока.